Вышли отсюда, сатана! Падальщики, блядь! Батя. Только на русский переведите, по-английски потом. Батя, не переведу. Падальщики! Батя! Пресса, блядь! Батя! Ок! About to address the parliament in Russia with a big statement today. Everybody's expecting him to say that he wants Crimea to join Russia officially. And locals here in Simferopol, in Crimea, they're taking pictures with the soldiers, showing off their dogs. Freddy's gotten involved as well. You understand? ViceNews.com? ViceNews.com? Yes. А вы слышали, что Путин выступает сегодня? Три. Ну, по московскому в три. А вы по московскому живете? Уже нет. А вы будете смотреть на телефонах или что-нибудь здесь? Представиться, потому что у нас есть. А у вас нет там телевизора внутри? Нет. Окей. You can, we can shoot you, but you can't shoot us. Yes. So, thank you very much. Thank you. Bye. Bye. The mood's really changed. I think everybody's expecting Putin to resolve everything and the tensions to come down, but we'll see what actually happens. Certainly it's a happy day for these soldiers here because they feel like they're getting the legitimacy they've been waiting for weeks. Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. This is the Muslim cemetery in Simferopol. We're here because the body of a young Crimean Tatar man was found the other day in a town called Bilogorsk. Apparently, he'd gone to the parliament to protest, and a group of Cossacks took him away. When they found his body, it looked like he'd been beaten up pretty bad. He's the first fatality since the invasion of Crimea began. Мы пытаемся понять, что все-таки случилось с молодым человеком, как он умер. Ну, с утра он вообще ушел, с супруги, по крайней мере, заявил, что как услышал, что осуществляется мобилизация Украины граждан в армию. Он со слов супруги пошел именно туда. В последующем его уже увидели на площади Ленина. Со слов там друга, который увидел его в период прямой трансляции, позвонил, сказал, что он осуществляет стоячий протест. Та информация, которая на сегодняшний день есть. На площади Ленина? На площади нет, перед Советом Министров. Well, that was quick. They've already taken down the Ukrainian coat of arms and put up a new one. They're taking all of the letters off of the parliament building now that it's not an autonomous republic anymore. They're going to put something new up very soon. Hey, teacher, will you ask me to love? So we've heard reports that there's been a shootout between somebody and apparently a Ukrainian soldier who's been injured. We're just trying to find out what's going on.
тебе сказали, кто забежали туда, какие? Не говорят, их там сейчас проверяют. Сейчас проверяют. А, это они прячутся эти, да, кто забежал? Нет. Солдаты? Они сейчас все проверяют вещи, все эти самые, все они не разрешают мне звонить, ничего, все они забирают. Не разрешают не звонить, солдатам не дают не звонить, ничего, эти вещи забирают, не дают звонить, ничего. Вот это ей сообщила. Все, там, давайте. Давай, дочь, давай. Приедешь, оттуда мне позвонишь в больницу, да? А как вы знаете, что произошло? У вас кто-то слышал? Я сказал же, влетели какие-то упыри, блин, начали валить всех на пол, бить стекла, слезали. Ну не обманывай, что ты обманываешь? Ты был? Мне позвонили! Позвонили. Дочка сказала, я что дочке должен верить. Ты кто такой? Да такой же, как и ты. Ну вот мне дочка позвонила, дочка зятя ранили в больнице. Провокатор стоит. Ты сам провокатор, блин. Меня зятя ранили, я провокатор, да? Да, провокатор. Ух ты какой, блин. Да. Я, может быть, блядь, еще лучше, чем ты, блядь, нахуй ждал, блядь, 23 года. Не ругайся. Провокаторы те, кто там влетели, начали стрелять, мордобой. Солдаты сами бы сдали. Вот это провокаторы. Об этом надо говорить. Они на меня провокатор. Нашел провокатора, блядь. Америкосы, блядь, выходят. А можно спросить, что случилось? Мы не в курсе. Вы не в курсе? А кто в курсе? Где кто внутри? Куда? Туда нельзя идти. Видишь? Catch 22. А можно спросить, что случилось? А что случилось? Что именно? Что у вас? Ну там перестрелка была какая-то? Нет, ничего не было. Да? Да. Ну там мужчина, у которого зятю попали в плечо пулю, он здесь служит в этой части. А, да вы что, ну поинтересуйтесь, я не имею такой информации. Нас вызвали, у него есть... Где периметр кончается? Значит, на дороге. Вышли все за дорогу. Куда ноги? Назад! Readying a grenade behind the building, so we want to put on some vests just in case. What's going to happen? Где ты родился? Где здесь? В Крыму. Как он в Крыму? Где ты родился? Скажи мне. Красногвардейский. И что теперь? Я такой же крымчанин, как и ты. И что? Ну и что теперь? И что теперь мне пацанов убивать надо? Пускай пацан едет домой. Ты интересный такой, что он едет домой. А что ты должен домой, что он тут живет? Ну пускай живет здесь. А что там стрельбу устраивает? Им сказали, ребята, да не хотите. И что значит, надо убивать их же? А кто их убивал? Моего зятя ранили. Пизду! Камера дорогая, давай. Цигель, цигель! Да ты чё, блядь? Я сказал! Чё ты ещё дёргаешься? Вышли отсюда, сатана! Падальщики, блядь! Батя. Только на русский переведите по-английски потом. Батя, не переведу. Падальщики! Батя! Пресса, блин! Батя! Там! Вот туда! Вот туда!
Куда, говорю? Куда? Куда? Батя, не трогай его, ну его нафиг. У него там пресс. Они подумают, что у него там пресс именно, серьезно. Понимаешь, что ты здесь в стране делаешь, сука, а? Информацию он, сука, распространяет, блядь. На, сфотографируй, блядь. 12 мегапикселей, сука, на, блядь. So I think the locals have decided for themselves whose side we're on. Потому что это топографический центр, правильно? Ну, военный. Да. Чтобы 23 года обходились без военного человека рядом, а сейчас нужно человек вот служил, именно, да? 23 года даже никто не вспоминал про этот центр. Сейчас почему-то это секретная какая-то, блин, я не знаю, секретное какое-то вооружение стало, блин, секретная информация там хранится. Блин, ну что вы снимаете такую, я не знаю, какую-то сенсацию с этого раздуваете? Час назад был звонок мне, да, от знакомого, с которым в Питере учились. Что сказал? Сказал, что тут стрельба. Я вышел, вот дошел до туда, поднялся на камни. Ребята спокойно машину грузили, все. Никакой стрельбы, ничего не было. Вот дальность от вот этого места, ну 150 метров. The Ukrainian Defense Ministry just said a Ukrainian soldier died from being shot in the neck in Simferopol. We don't know if it's the same guy who was taken to the hospital from here, but it could be. It's the weirdest thing. There's soldiers armed to the teeth standing outside of a Ukrainian base over there. There's blood on the ground, and somebody's blowing up fireworks over the city. Welcome to Russia.